Всем привет! Я Александра Соколова. Рассказываю о жизни в Турции и предлагаю недвижимость в Мерсине. Сегодня мы с вами будем смотреть квартиру большую-большую, 2 плюс 1, с тремя санузлами, с большой, двумя большими террасами, недалеко от моря, недалеко от D400, рядом вся инфраструктура, по сути, это центр ТДЖ. Недалеко, 3-5 минут пешком, базар по субботам. Все очень удобно. Давайте смотреть квартиру. Три квартиры на этаже, все квартиры 2 плюс 1 и все квартиры большие. Скоро закончится строительство, и здесь уже проведены у нас газовые трубы. ТДЖ у нас газифицированный район, и также в квартирах, до квартиры будет газ. Входные двери красивые, серьезные, нарядные. Большая прихожая и большой шкаф в прихожей. Посмотрите, какой большой вместительный шкаф, точно для всей большой семьи. Со всеми шлепками, курточками, ботиночками, кепками хватит этого шкафа. Зашли, все мы здесь оставили. Здесь у нас выводы, розетки, светильники, выключатели, все-все-все. И пошли мы в нашу кухню и зал. При входе у нас очень удобно сделан санузел гостевого формата. Турецкий а-ля тюрка, можно переделать в классический санузел. Здесь у нас отдельная кухня, удобная, большая, много мест для хранения. Предусмотрено место под всю технику, каменная столешница. Над раковиной у нас есть окно, кухня очень светлая получается. Пол здесь, естественно, плитка. В жилых зонах будет ламинат. Большой отдельный зал. Даже мое эхо здесь слышно. Есть выводы под батареи. Двойные стеклопакеты. И выход на уже остекленную террасу, за что застройщику отдельное спасибо, что превращает нашу террасу в дополнительную комнату в зимнее время. В летнее время мы ее откроем, и у нас будет отличная терраса, большая. Все здесь рядом, все удобно. Сейчас активнейшим образом ведутся работы. D400 недалеко, ШОК, БИМ, А101, все магазины в пешей доступности. Такая у нас большая красивая терраса. Это выводы под газовый котел. Смотрим дальше. Вот покажу вам зал с этой стороны. Очень просторная квартира, распашонка на три стороны, на восток, на север и на запад. Это наша детская спальня, совсем не детской террасой. Здесь на этом этаже есть огромная терраса, при желании также ее можно закрыть крышей, остеклить, превратить в дополнительную комнату. Но такая терраса есть только на этом этаже, на первом турецком. В других будут просто балконы. Видите, имеются выводы под кондиционеры. Дом уже окрашен. Есть ассортимент этажей. Связывайтесь со мной по телефону в WhatsApp. Вышлю актуальный прайс-лист, планировочки. Что у нас осталось по этому комплексу? Здесь у нас санузел общий, большой, место под стиральную машину, шкафчик, зеркало, унитаз,
выводы под полотенцесушитель и широкий душ. И у нас здесь родительская спальня, большая. Также будет пол-ламинат. Имеет свой выход в санузел. Но, по сути, я бы, наверное, сделала выход на террасу с родительской спальни, чтобы выйти вечером, посидеть в кресле, почитать книжечку, попить чаю, а не с детской. Но это хозяин бар, вам решать. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Санузел тоже хорошего размера. Здесь у нас раковина, унитаз, будет душ. Окно на улицу. Размеры спален, комнат, зала, коридоров. Все очень даже хорошие. С нетерпением жду ваше впечатление о этом предложении. Что вы думаете про данный объект, про планировку о приобретении недвижимости в Мерсине? Когда вы готовы приехать, пишите мне на телефон WhatsApp. Телефон появляется где-то на экране, либо всегда найдете в инфобоксе под видео. Спасибо вам за лайки, люблю вас и жду в Мерсине. Пока-пока!